45 экскурсий. Нет, сезонность, как я вам сказала, да, с февраля по середину апреля сезон ветров. Друзья, поздравляю. Наша первая достопримечательность – работающий светофор. У нас их 11, и у нас есть такая традиция. Если мы с вами поймали первый на этом месте, то оставшиеся 10 будут тоже нашими. Египет знаменит, конечно же, и своими пирамидами, и уникальным маслом черного тмина, которого на Ближнем Востоке называют черным золотом. Но, безусловно, для многих людей визитная карточка Египта можно считать Красное море. Красное море считается самым чистым морем в мире. На тротуаре собираются молодые египтяне с чипсами, колы и наблюдают за тем, как иностранки в бикини купаются и принимают солнечные ванны. Какая интересная, красивая вода. Как голубая-голубая. Перепрыгивать вот этот забор, и тогда он будет бесплатный, купаются здесь люди. Также паркуются яхты. Там дальше корабль-отель. Это военный остров. Так дед сказал. Это какой-то ресторан. Когда мы уже совершим поездку, прогулку после знаменитой набережной, да? Там яхтинг-парк. Яхты паркуются, самые красивые и большие, и богатые. Может, по мороженому. А, я же забыла, мне ж муж жлоб. Лёшечка, посмотри, какая вода красивая. Боже, и прозрачная. Такая красивая вода. Смотрите, вот домики. В этих домиках можно снять квартиру. 500-600 евро в месяц. Яхты, конечно, прикольные. Да? Вообще. В таких и жить можно. А, там наш автобус. Мечеть. Да. По Египту составляет 110 долларов. Хургада, так как это туристический город, который живет для туристов, за счет туристов, здесь зарплата будет чуть-чуть повыше. Она достигает 135-140 долларов. Туризм приносит доход в казну государства на третьей строчке. На первом месте, конечно же, пополняют казну доходы от прохождения кораблями Суэцкого канала. И сейчас вот то ЧП, которое случилось в Суэцком канале, когда остановился большой контейнеровоз и блокировал работу уже с 24 марта, сегодня только удалось сдвинуть, Египет ежедневно теряет 9 миллионов долларов. На втором месте в казну государства приносят доходы от продажи и добычи нефти и газа. На третьем месте это туристическая отрасль, на четвертом это промышленность, на пятом месте это сельское хозяйство. Экономисты делают прогнозы, что те большие места добычи золота, которые были обнаружены 2,5 года назад в Египте, будут приносить доход в казну государства уже в конце этого года. Так, это феники. Кстати, феники.
чай для психов надо. Что тут псих? Так Денис набрал его, знаешь, сколько у него 2 килограмма. У Дениса есть, да, вот этот чай для психов. Смесь для курицы. Ой, видишь, смесь разные приправы для курицы. Кардамон вот так вот выглядит. Для мяса. Для мяса. Это мед. Это черный гмин. Что такое? Дома у нас масло стоит, вы никто не ел. Слышишь, а специи? $10 три штучки. Да, три получается штуки $10, 4 $12. Получается от обычного. Да. Ой, хороший мед. Вот как черничный, да, наверное? Гранатовый. Вот это? Это гранатовый. А, ой, как там рисовано. Устава. Ужу, масла. Чай, кельми. Набором. Масло для сустава. Для сустава более сустава. Такая стоит 18, 24, 30, 46. Есть в наборе дешевле получается. Здесь в наборе, например, $20. Здесь только это 18. И это за $2 всего. А так стоит 5. А что это вот это такое? Это разогревающая мазь для сустава. А это не разогревающая. Это что, с мятой? Нет, хандер. А что это такое? А, это мыло. А почему? Мыло за $7, масло ши 3 за 25. А, еще раз у нас не этими кокосом запахом. Ой, вон чайни можно, молоко. Кира, ты не тяжелая? Мыло с углем. Она, короче, что-то взяла. Ой, какие разные. Интересные. Открытые. Не перчите. Сейчас мы пойдем к тем бронзовым. Те, кто он расставлен специально, чтобы мы уронили. Магнитики. Вот, смотри, какой это скоробей. Это же скоробей? Вон там все бронзовое. Как понять, о чем они? Thank you.
Лампа Аладдина. Вот тут красивые эти лампы Аладдина. Но за тех, что там остались, они уже некрасивые. А за лампы Аладдина? Жабки, смотри, внизу. Лёша. Жабки, курочки. Здесь этот стоит 210. За панелом? Что там? 380. У вас не берется. 290. О, а это черный. Красивая шкатулочка. Тоже не чертите. Красивые, да, шкатулочки? Кошечки. Получается, вот эти бронзовые самые дорогие. Андер Блюдер. 135, что если посчитать, то 39 долларов. Кошечка. 125. Тут дороже, чем такая. Люди пытаются обойти закон и найти лазейку в букве закона. Закон гласит следующее, что если дом, у него незавершенная крыша, то тогда не нужно платить налог на недвижимость, налог на землю. Поэтому этим правилом, этим законом, этой лазейкой пользуются очень многие как жильцы, так и владельцы бизнесов на первом этаже. Если дом частный, одноподъездный, то, как правило, на первом этаже живут родители, дальше по старшинству братья со своими семьями. Старший брат с семьей, средний, младший, и вот уже младший свой этаж закончил, и дальше наверх он ставит просто бетонное перекрытие, либо балки, из которых торчит арматура. Проходит налоговый инспектор, когда проверяют, смотрит, что ага, крыша еще, значит, не установлена, дом будет либо достраиваться, либо как. Поэтому налогом, вот этими двумя видами налогов, здание не облагается. Тем самым можно сэкономить до 5000 фунтов за год. Мы, когда с вами будем поворачивать через минутку, обращу ваше внимание на магазин, который работает уже 10 месяцев. На первом этаже и на втором у него магазин, а дальше незавершенная крыша. Хозяин уже не платит два вида налогов. Это точно. Это нашего карасика. Вот он, кстати, магазин, про который я вам говорила. Видите, магазин работает 10 месяцев, а крыша у него не завершенная, налоги не платят. Только ж приехали. Есть
что давайте, давайте тут я добавлю еще один тут. Хорошо. Я хочу, чтобы вы будете рядом. Привезли нас в ресторан рыбный покушать, пока едим лепешки. С экрана сейчас показываю. Еще будет рис. Ну я чувствую, мы эти лепешки с этой штукой съедим. Баклажановое что-то острое. И тхина кунжутная штука. Бурячок неожиданно. Можно попробовать. Рис будет с креветками. Суп какой-то рыбный. Принесли супчик с ракушкой, креветка и еще что-то. Какое красивое блюдо принесли, рыбка. Оксане красивые принесли. Креветки, кальмары и коричневый рис. У них обыкновенные тарелочки, а мне вот такая красивая. Уже и Лёше принесли. Мне как-то и риса побольше. Ой, так прям вкусно. Шашлычком как будто где-то пахнет, да? Денис, и даже капусту синюю положили какую-то. Не хватило, видать, чего-то. В 68-м году. Сейчас он... Ахмед. Посмотришь паркинг, Хана? Заведение. В каждом учреждении этой страны есть своя отведенная комната для молитвы, либо место. Не знаю, обратили вы внимание или нет, когда мы были в Нефертити, на улице было вот место, где мужчины молились. Мы, по-моему, когда приехали, там часть молилась, и когда мы уезжали, по лестнице поднимались, оно тогда с левой стороны, зеленый такой вот ковролин. Как раз таки смотрящие, молящиеся мусульмане будут смотреть в сторону востока. Поза для молитвы следующая. На коленях в сторону востока становимся, ладошки поднимаем вверх, начинаем повторять молитву, которая состоит из 7 фраз и повторяется 2 либо 3 раза. Проговорили молитву, дальше ладони опускаем, они должны коснуться земли, и мы должны еще коснуться лбом земли. Глубоко верующие люди делают это так усердно, что у многих мужчин можно увидеть отпечаток на лбу, такая либо шишка, либо затемненное место. Поза для молитвы достаточно компрометирующаяся, и поэтому мужчины молятся отдельно от женщин. Женщины сепарировали. Допустим, мечеть в порту, мужчины сейчас молятся на улице, а женщины поднимаются на второй этаж. Это касается еще и пятницы, священного дня для всех мусульман, когда дневная молитва обязательно перед ней будет. Но другими словами, как синоним, это проповедь настоятеля. У мечети настоятеля называется шейх, который в зависимости от ситуации политической, экономической, если какие-то чрезвычайные ситуации либо положения, он призывает верующих мусульман быть добрее, быть более благородными, помогать друг другу. Сразу добытчики покидали эту территорию, они преподнесли в дар свой католический костел Коптской церкви. И обратите внимание еще на купола, а точнее на кресты. Они объемные, не такие, как у нас в православном, чтобы с разных районов города можно было увидеть, где находится христианский храм. Считается, чем больше ты помог бедным, чем больше ты помог тем, кто нуждается в вашей помощи, тем больше вероятность того, что ваши грехи, которые у вас появились, они будут обнулены, и тем короче ваша дорога в рай. Вот прямо с левой стороны, вдалеке развивающийся флаг, один на второй, это вот наш Белый дом. Здесь же, кстати, находится центральная библиотека, но ни разу не видела, чтобы из нее кто-то выходил либо заходил. Здесь же находится отделение Красного Креста. И вот это вот вся прямо территория, это все наши учреждения. Здесь с левой стороны, после мечети,
будет здание городского суда, налоговое здесь. Мне как бывшему налоговому инспектору давным-давно было интересно, когда пришли, я думал, боже, что за конура? То есть амбарные книги, вывеска такая, ни компьютера, ничего, помещение такое, что, ну, здесь можно приобрести не только овощи и фрукты, которые привозят с Кены, но еще и рыбу, свежих курей, кроликов, индюшку, лепешки. Вот как живет город вдали от туристов. Вот обещанный чеснок с левой стороны. И с левой стороны как раз таки мы с вами видим часть людей. Египет, уровень жизни в Египте падает. Появляется большое количество людей с минимальным прожиточным минимумом. И от государства есть поддержка. Помните, у нас в Советском Союзе карточки были на продукты? Вот здесь как раз-таки мы с вами видим, что по карточкам получают помощь, продуктовую помощь от государства. Джинсы, там, кроссовки. Смотрите, какая полная луна сегодня. Потому что, скажем, нет места, куда ваши вещи складывать. А то фонарь. А это луна. Мы все собрались идти в итальянский ресторан. Пошли на рецепцию. Может, умеешь пользоваться? Это уже Лёша привезли. Молодец. Это Денис. Лазанья. Лёша, попробуй, скажи, такая же, как на пляже? В ресторане. Тут мясо больше. Мясо больше. Хорошо. Такая же? Вкусно? Вкусно. Вкусно, кушать можно. Кушать можно. А вот нам сало принесли. У меня курица с картошкой. А это рыба. Ты за меня отвечаешь? Не поделился. Сколько там было кусочка? 8? Это у Саши. Это такое интересное. Всем доброе утро. Сегодня наш последний день отдыха в Египте, и это наш последний завтрак. Легкая музыка играет. Как вам отпуск, Максим? Как вам отдых? Классно. Если бы еще не ветер, да? Мы как раз улетаем, и тут настается настоящее лето. И вон здание. Впереди это спа, где нам сейчас будут делать массаж. Все, нам сделали офигенный массаж. Классно, всего тела. Поплавали в этом джакузи. Поплавали. Мне даже носика намазали. Мои ручки, мой носик. Это весь мой запах. Пришли к главному бассейну. Там красиво, с камня, фонтанчик, вода бежит. Саша, где твой тетя? Тетя! Нас коктейлем. Салам! Как
Холодная водичка, да? Она тебе холодный коктейль. Не, она поняла. Можешь не пить, но сфотографироваться. Я уже облизывала. Да, все, достаточно. Достаточно. Я тебе говорю, оно сначала было. Лёшка, надо плавать, а не ходить. Ты замёрзнешь. Давай я тебе пошли. Наш ужин на сегодня. Наш последний ужин в этом ресторане, в этом отеле. Время почти 4 утра, и это означает, что мы выселяемся с отеля и уезжаем, улетаем домой на Киев.